Вот уже почти месяц на острове Ла-Пальма, входящего в состав Канарских островов, продолжается интенсивное извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Оно сопровождается активным выбросом пепла, истечением лавы и землетрясениями. По данным Национального географического института Испании, прошлый четверг, 14 октября 2021 года, на острове произошло более 60 землетрясений. Самое крупное из них достигало магнитуды в 4,5. Большая часть территории острова оказалась покрыта толстым слоем пепла. В некоторых районах его толщина достигает 3 метра и более. Под тяжестью пепла ломаются крыши строений, он затрудняет передвижение по улицам. Раскаленные потоки лавы на своем пути уже выжгли около 600 гектаров земли и уничтожили более 1400 построек. Из-за извержения свои дома были вынуждены покинуть почти 7 тысяч человек. По прогнозам вулканологов, активность вулкана пока не снижается, и извержение может продлиться еще пару месяцев. Pantalón caliente, ponte aquí, compi. No, se ve increíble, ¿eh? Sí.